Активный циклон смещается, и ночью этого 18 ноября действительно сместится. Артем, Владивосток, Дальнегорск, Находка, Партизанский, Уссурийск, Большой Камень, Фокино, Хасанский район, Надеждинский, Шкотовский, Лазовский, Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский районы. Ожидается, что здесь выпадет снег от 6 до 12 миллиметров. Не исключено, что будет сопровождаться все это гололедом, поэтому, дорогие телезрители, будьте осторожны на дорогах, возможно, снежные заносы.